يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله رسالة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Одна из причин, которая привела к распространению ширка, это возвеличивание праведников и чрезмерность в их почитании, как это произошло в народе Нуха алейхиссалям. Здесь же можно упомянуть возвеличивание старейшин в народе, как это случилось у фараона, Немруда и других тагутов с их народами на протяжении истории. И сообщение о подобном приводится в священном Коране. Всевышний Аллах сказал: те люди поклонялись им либо из-за того, что желали чего-либо, чем эти тагуты обладали, либо из боязни их силы. При этом им было бы лучше желать чего-то, обращаясь к Аллаху, не боясь никого, кроме одного Аллаха. Всевышний Аллах доказал народу фараона ложь фараона, несостоятельность его заявлений о его божественной сущности, когда направил на них различные виды наказания. والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كأنك لم تسمع بأخبر من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر كأنك لم تسمع بأخبر من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقطر على ذك مروا أجمعون وهكذا يمرون حتى يستردهم الحشر فحتم لا تصحو وقد قرب المدى وحتم لا ينجاب عن قلبك السكر فحتم لا تصحو وقد قرب المدى وحتم لا ينجاب عن قلبك السكر بلى سوف تصحو حين ينكشف الغطاء وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر Thank you.
Фараон не смог защитить от этого наказания ни самого себя, ни тем более свой народ. И их положение стало тяжким настолько, что они побежали к Мусе, прося его, чтобы Аллах устранил от них наказание. Если мы посмотрим на суть наказания и бедствия, которое их постигло, то увидим, что в нем были задействованы одни из самых слабых созданий Аллаха. Несмотря на это, они стали знамением и доказательством от Аллаха, что Аллах – это истинное божество, и все, что кроме него – ложь. Всевышний Аллах сказал: «Иннама та'будуна мин дуни Аллахи аусана, ва тахлукуна ифка, инна аллазина та'будуна мин дуни Аллахи ла ямликуна лакум ризка, фабтагу инда Аллахи ризка, ва абудуху ва шкуру лах». Колдовство. Колдовство – это удивительное, странное знание, в котором истина смешивается с ложью, а наука – с шарлатанством и обманом. Внешний вид колдовства настолько красив и притягателен, что совращает обладателей слабого ума и вносит путаницу и беспокойство в головы наивных и простых людей. История колдовства долгая. На протяжении этой истории шайтаны из числа людей и джиннов совращали рабов Аллаха, заставляли их впадать в самое отвратительное и опаснейшее преступление – преступление куфра и ширка. Фараон ввел в заблуждение свой народ посредством колдовства. Сделал колдовство путем к порабощению людей. Колдуны использовали свои возможности для того, чтобы управлять людскими делами. Поэтому Аллах сделал чудо своего пророка Мусы, алейхиссалям, похожим на то, каким они сбивали людей и вводили их в заблуждение. То есть, похожим на колдовство. Встречу Мусы, алейхиссалям, Аллах сделал с колдунами в присутствии людей, чтобы люди осознали суть их дел, слабость козней, хитрости и уловок. Всевышний Аллах сказал: «Фаиза хибалухум ва асийюхум юхайялу илайхи мин сихрихим аннаха тас'а, фаауджаса фи нафсихи хифатан Муса». قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Истинная сущность колдовства и колдунов. Уважаемые зрители, давайте посмотрим вместе следующие кадры. Это вызов, который один из работников организации повеления к одобряемому и запрещению порицаемого в королевстве Саудовская Аравия кинул группе колдунов в Индонезии, которые запугивали простых людей своими якобы сверхъестественными способностями. Когда шейх прочитал дуа: «Ауду би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халак, ауду би калимати Аллахи таммати мин шарри ма халак». أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Шейх поплевал на них. Они упали один за другим из-за этого благословенного дуа, который читал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям утром и вечером, чтобы защититься от козней и колдунов мушриков. Если это на что-то и указывает, так это на хорошее упование, таваккуль, на Аллаха и уверенность в том, что мощь Аллаха превыше всего, и что Аллах – тот, кто причиняет пользу и вред. Преступление колдунов.
Образ колдуна в умах многих людей связывается с разными фантазиями и преувеличениями под воздействием вымышленных историй или кинофильмов. Но вдали от этих преувеличений мы видим, что шайтан не помогает и не служит колдуну, пока он не проявит куфр в Аллаха, ар-Рахмана. Например, положит Коран в грязные, оскверненные места, будет писать на Коране менструальной кровью и так далее. Всевышний Аллах сказал: «Валяу ша раббука ма фаалу, фадархум ва ма яхтарун, вали тасла илайхи афидату лазина ла юминун». Аллах пожелал, чтобы люди, работающие в организации по призыву к одобряемому и запрещению порицаемого, нашли этот кусок, который остался от колдовства. Если бы твой Господь пожелал, они не поступили бы так. Да, если бы наш Господь пожелал, то их руки бы парализовало, а души бы вышли из тел еще до того, как они добрались бы до священной книги Аллаха. Это испытание от Аллаха в этой дуне. Однако остался такой вопрос: пойдешь ли ты теперь к колдуну, который не верует в Ар-Рахмана и поклоняется шайтану, делает подобные вещи, чтобы получить от шайтана что-то мирское? От Абу Хурайры ради Аллаху Ангу передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: кто пришел к прорицателю и поверил ему в том, что он сказал, тот не уверовал, проявил куфр в то, что было ниспослано Мухаммаду. Этот хадис привел Абу Дауд. После того, как их заблуждения и козни, которые они замышляли против людей, стали очевидны, мы скажем: и Аллаху принадлежит хвала и милость. Воистину, они слабее, чем дом паука. Да и как может быть иначе, ведь они в несостоянии защитить от опасности даже самих себя. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. В наши дни мы видим, каким большим спросом пользуется колдовство и колдуны. Не успеет с человеком случиться какое-нибудь несчастье, телесная или психическая болезнь, как он своими ногами, без принуждения и насилия, идет к этим колдунам и шарлатанам, прося у них избавить его от беды, излечить от болезни, забывая или делая вид, что забывает Господа людей. Всевышний Аллах сказал: فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه البخاري ومسلم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
Почему некоторые люди прибегают к могилам? Ответ на этот вопрос очень прост для того, кто прислушивается и присутствует. Нет сомнения, что первая из причин – это слабое упование на Аллаха, и известно, что таваккуль, упование, относится к поклонению. Слабость их веры и недостаточность доверия к Господу и упования на Него привели их к ширку и заблуждению. Упование на Аллаха и доверие к Нему – путь к спасению, на который нас наставляли посланники, и в них для нас хороший пример. Всевышний Аллах сказал: пророки и посланники побеждали все свои беды и испытания путем упования на одного Аллаха. Уважаемый зритель, давай посмотрим на ситуацию пророка Ибрагима, алейхиссалям, когда он был брошен в огонь, и к нему пришел Джибриль и сказал: «О, Ибрагим, нужно ли тебе что-то?» Ибрагим ответил: «От тебя ничего, а от Аллаха нужно». Он продолжал повторять: «Достаточно мне Аллаха, и прекрасен Он, как покровитель». Пока Аллах не приказал огню стать для Ибрагима прохладой и спасением. Что произошло с Мусой, алейхиссалям, когда его преследовал фараон и его войско? Море было перед ним, фараон с войском сзади, и те, кто были с ним, сказали: «Нас непременно настигнут». Муса, алейхиссалям, сказал с глубокой уверенностью: «О нет, со мной мой Господь, и Он укажет мне прямой путь». Тогда его Господь повелел ему ударить своим посохом о море. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Аллах рассек ему дорогу в море, спас его и тех, кто был с ним, утопив фараона вместе с его войском. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
Подобный случай произошел с пророком Юнусом, алейхиссалям, в чреве рыбы, в тьме рыбы, в глубинах моря с бьющимися друг от друга волнами. Он воззвал из мрака: «Нет божества, кроме тебя, пречистый! Воистину, я был одним из беззаконников». Не успел он обратиться к своему Господу, попросить его с убежденностью и искренностью, как Господь ответил ему и спас от печали. Один из самых ярких примеров назиданий, который мы можем извлечь относительно упования на Аллаха, случай, произошедший с нашим пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, когда он вместе с Абу Бакром, ради Аллаху Ангу, находился в пути, совершая хиджру в Медину. Они скрылись в пещере, чтобы избежать мушриков, и Абу Бакр, ради Аллаху Ангу, испугался, что их раскроют и захватят. Пророк сказал своему товарищу с полной, непоколебимой верой: «Что ты думаешь о двоих, третьим, с которым является Аллах?» إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. И Аллах ослепил мушриков и спас от них пророка и его товарища. Всевышний Аллах сказал о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, и его сахаба: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. Так пророки Аллаха и его посланники показали нам прекраснейшие примеры хорошего упования на Аллаха, доверия к его мощи и силе, убежденности в его помощи при бедах тому, кто истинно уверовал в него, уповал и очистил перед ним свое поклонение и единобожие. Всевышний Аллах сказал: إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ. Боязнь и переживание об уделе и пропитании. Боязнь бедности, переживание за удел не должно овладевать вниманием и мыслями человека, потому что это может привести его к большой опасности. Сюда относится то, как люди в джахилии убивали своих детей из боязни бедности, и Аллах порицал их за это, потому что Он дарует им их удел. Всевышний Аллах сказал в своей книге: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Помнишь ли ты, о человек, что раньше ты обитал в животе своей матери в течение 9 месяцев, плавая в околоплодных водах, подобных тьме? Кто кормил тебя в это время? Разве это был не Аллах, наделяющий уделом, обладатель крепкой силы? Разве Он не в состоянии наделить тебя уделом, когда ты вышел в этот мир? Разве тот, кто наделял тебя питанием, когда у тебя не было ни мощи, ни силы, не может даровать тебе пропитание в остальные периоды твоей жизни?
От Умара, ради Аллаху Ангу, передается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если вы будете полностью уповать на Аллаха, Он наделит вас так же, как наделяет птиц, когда утром они покидают свои гнезда с пустыми желудками, а возвращаются с полными». وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Страх болезни. Человек подвержен болезням. Нет сомнения, что в болезнях содержится мудрость. Болезни – это испытания для человека, во время которых происходит проверка, будет ли человек терпеть и благодарить Аллаха, или впадет в отчаяние, отчаяться от милости Аллаха. أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Можно заметить, что когда некоторые люди болеют и сильно желают излечиться, они прибегают к бесчетным видам лекарств, используют все пути для того, чтобы вылечиться, связывая с ними свое сердце и забывая направить свои мольбы к Аллаху, в руке которого и находится излечение. Аллах сказал: беспокойство о бесплодии и отсутствии детей. Сыновья и дочери – это милость от Аллаха. Они – украшение земной жизни, источник счастья и радости для своих родителей. Но не всегда все обстоит так. Скольких отцов и матерей замучило непослушание их собственных детей? Пройдись по домам престарелых, которые заполнены отцами и матерями по причине невнимательности к ним их детей, которые не заботились о своих родителях, когда тех постигла старость. Мало того, некоторые дети желают смерти своим родителям, чтобы получить, наконец, их наследство. У нас есть назидание в истории Мусы с Аль-Хидром, когда Аль-Хидр убил мальчика, и толкование этого поступка, как пришло в Коране, в суре Аль-Кахф, было таким: Тому, кого постигло бесплодие, все равно нужно благодарить Аллаха. Может быть, Аллах пожелал ему блага и удалил от него зло. За бедой может быть благо для человека. И человек должен быть доволен тем, что ему предопределил Аллах, чтобы стать счастливейшим человеком.
и Аллах дарует тому, кому пожелает сыновей и кому пожелает дочерей. Всевышний Аллах сказал: «Лиллахи мульку ссамавати валь-арди яхлюку ма яша, яхабу лиман яшау инасан, ва яхабу лиман яшау зукур, ау юзавиджухум зукраном ва инасан, ва яджалу ман яшау акима». Несмотря на это, мы видим, что некоторые невежественные люди из числа мушриков современности, настаивающие на своем заблуждении, считают, что им смогут помочь живые или мертвые, которые, по сути, не в состоянии причинить пользу или вред ни себе, ни другим. Мы видим, как эти невежды просят удел исцеления ребенка от некоторых таких так называемых «аулия». Как человек может считать, что кто-либо помимо Аллаха может управлять делами, защищать от вреда, приносить благо в том, на что не способен никто, кроме Всевышнего Аллаха? Воистину, это считается упованием не на Аллаха. Человек, который так делает, входит в ширк, что подталкивает его к пропасти и аду, потому что ширк – это самый большой грех, который можно совершить на этой земле. Если тот, кто делает его постоянно, настаивает на нем, умрет на нем, то одного его ширка будет достаточно, чтобы отправить его в гиену, где он будет пребывать вечно. Да упасет нас от этого Аллах. Всевышний Аллах сказал: «Иннаху ман юшрик биллахи, факад харрама Аллаху алейхи ль-джанна, ва мауаху ан-нар». Последний призыв. Куда катится мир? Наш мир сегодня проходит сквозь кризисы и войны, землетрясения и наводнения, катастрофы и бедность, голод и несправедливость, подобных которым не было за всю историю человечества. Все это происходит по причине того, что совершили людские руки, беспечность и большое количество грехов, бешеная гонка за наслаждениями этой приходящей мирской жизни, отдаленность от Аллаха и правильной веры, игнорирование последующей жизни, в которой находится вечное блаженство и счастье. Нет, люди последовали за своими страстями и направились дорогами заблуждения, отдалились от таухида, их Господа и очищения всего поклонения только для Него. Всевышний Аллах сказал: дети посидели от обилия бед и несчастий, от землетрясений и катастроф, когда в одно мгновение умерло более 250 тысяч человек, а миллионы остались без крова. Страны объяла инфляция, распространились разные болезни, что предвещает еще более страшную катастрофу, чем цунами. Это голод и нищета, смерть и погибель, от которой не будет спасения, кроме для тех, кого Аллах отвратит от этого. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Об этом нам сообщил правдивый пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, в хадисах, говоря о признаках приближения часа. Это предупреждение, что час скор, и что приблизился срок истинного обещания.
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Представь, брат мой, какие ужасы случатся, когда затрубят в рог, когда Аллах развеет горы как пыль, когда моря переполнятся, сердца испугаются, а души будут в ужасе. Как же может быть иначе? Ведь это будет прелюдией и началом судного дня, в который дети поседеют, и земля и небо поменяются местами. Кому будет тот день принадлежать власть? Аллаху. Каким будет твое положение, брат, в тот день, когда тебе не поможет ни вали, ни родственник, ни друг, ни имущество, ни дети? Только твои благие дела по милости Аллаха. Так что же мы подготовили для того дня, когда мы встретим Аллаха, находясь в таком положении, совершая ширк и другие грехи? Покайтесь же, покайтесь, пока не поздно, до того, как перья поднимутся и чернила на свитках засохнут. Тогда, брат мой человек, тебе уже не поможет сожаление и печаль. Поспеши, брат, к покаянию, сейчас же, ведь смерть ближе к тебе, чем ты ее представляешь. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة
للسؤال عن المهمة, للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول يوم يأتي الناس وفدا, يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا, وعظيم القوم عبدا هل ظننتم فيها خلدا, ظننتم فيها خلدا وبقاء ما يزول يوم ماذا نقول يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال كلهم شر وبال إلا من نال القبول نار ودخان ودمار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يومها ماذا يومها ماذا يوم يغشى الناس نار ودخان ودمار وامتهان واحتقار فتطير له العقول يومها ماذا يومها ماذا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون